В Ангарске прошел заключительный этап конкурса социальных проектов. В нем приняли участие 15 общественных организаций. Главный приз – субсидия из фонда муниципальной программы «Социальное партнерство». К слову, в этом году ее финансирование увеличили до 14 миллионов рублей. Большая часть проектов направлена на помощь многодетным семьям и детям с ограниченными возможностями. Некоторые инициативы посвящены этнокультурным вопросам и зоозащите. Все наши общественники молодцы. В этом году они представили очень достойные проекты. Они касаются разных сфер деятельности, которые, безусловно, нужны в социальной сфере Ангарского городского округа. Как проводится процедура? Ну, достаточно просто. Значит, все поданные проекты, среди них есть три победителя, которые получают соответственные суммы там, за первое, второе, третье место. Далее оставшаяся часть субсидий делится поровну на оставшихся участников конкурса. Призовой фонд конкурса составил 1 миллион 200 тысяч рублей. Половина этой суммы будет распределена между тремя победителями. Итоги конкурса подведут в понедельник.